stoyal prekrasny dien, danye sonya gulyali, kakabichna. Ani pozhenilis god nazad, однако ani не знали, что сегодня будет день, который изменит всё. Что нового? Ничего, я устал, у меня был день тяжелый на работе. А у тебя? Ничего, сегодня был такой хороший день. Я хотел поиграть в фрисби, но у меня не было времени. Какая красивая женщина! Я сейчас вернусь! Даня подумал про себя, что это была женщина его мечты. Ой! Привет! Меня зовут Соня. Что вы делаете? Привет! Меня зовут Джессина. Очень приятно, Соня. Мы играем в фрисби. Ты хочешь играть с нами? Да! Соня и Джустина играли вместе весь день, а потом пошли на ужин. Даня и Даница пошли в библиотеку и читали и говорили весь день о русской литературе. Они очень нравились друг другу и весь день разговаривали. Я не хочу быть твоей женой. Я хочу развестись. Серьезно? Я тоже. После развода Соня и Даня остались друзьями. Соня и Джустина поженились. Даня и Даница сблизились над любимым автором. У всех четверг была одна совместная свадьба. Так гласит история. Вы не можете искать любовь. Вы должен ждать, пока любовь найдет тебя. You take me the way.